выходные была арестована женщина, которая в пятницу в Ярославле сбила двух детей. 10-летний мальчик погиб на месте, его 7-летняя сестра сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Школьников на зеленый свет через пешеходный переход на Ленинградском проспекте переводила бабушка, но машина врезалась в детей, даже не притормозив на светофоре. Выяснилось, что владелец иномарки еще в прошлом году была лишена прав. Кроме того, медэкспертиза показала, что женщина была пьяна. Виновницу смертельного ДТП полицейским пришлось защищать от самосуда. Расправиться с автоубийцей были готовы родители детей.